Согласно поправкам правил противопожарного режима, запрещено выбрасывать окурки и спички из окон машин. Действуют они на любых участках автодорог, а также в ближайших зонах. За прошедший год, то есть 2017 года, произошло 14 случаев пожаров именно по причине неосторожности при курении на территории Нижнекамского муниципального района. Чтобы снизить количество несчастных происшествий, вводятся штрафные санкции. В общих случаях без вреда и возникновения пожара штраф составит от 500 рублей до 2000. Период противопожарного режима – до 5. В случае, если окурок и спичка были потушены до момента выбрасывания из окон машин, то данный закон вы не нарушите. Если есть последствия, то есть какой-то там крупный материальный ущерб, то будет возбуждаться уголовное дело. Если, соответственно, нету такого, и на территории будет введен особо противопожарный режим, то данные граждане будут привлекаться к административной ответственности. Внесенные изменения должны повысить уровень пожарной безопасности. Для того, чтобы сократить количество возгораний по причине неаккуратного обращения с огнем, достаточно соблюдать два простых правила. Первое – это курить в строго установленном месте, и второе – тушить окурки, прежде чем их выбрасывать. На территории Нижнекамского района за прошлый год зафиксировано 162 пожара, погибли 4 человека, 16 пострадали. Особый противопожарный режим действовал в период новогодних праздников. Отдел надзорной деятельности и другие ведомственные службы проводили профилактическую работу. Направлена она на пресечение запуска пиротехнических изделий в неположенных местах. За это время было приведено 53 рейда. За данный противопожарный режим было привлечено к административной ответственности 4 гражданина на общую сумму 8000 рублей. Также в рамках данной работы было предотвращено 80 запусков пиротехнических изделий, где с гражданами была проведена разъяснительная работа с вручением памяток и разъяснением места, где разрешается пускать данное пиротехническое изделие. Но на самом деле салюты на территории города нижнекамцы запускали все праздничные дни. Поймать за руку всех не удалось. Мы сами являемся тому свидетелями. В Татарстане при запуске пиротехнических изделий пострадали 10 человек. Один из них – ребенок. Всего зафиксировано 76 пожаров по различным причинам. Два из них – нижнекамским. Произошло у нас два пожара. Это один пожар был село, деревня Байданкино, где горела баня. То есть в результате пожара горела кровля бани, погибших, пострадавших нет. Причиной является перекал печи. И второй пожар был, это у нас горел автомобиль на Корабельной 5Б. В результате пожара обгорел моторный отсек. Пока предполагаемой причиной является поджог. Служба МЧС отмечают, количество пожаров в дни новогодних каникул сократилось. Но несмотря на это, число погибших увеличилось на 15%. Кира Николаева, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим».